Привет, парни! Это снова мы, ателье Ретроцикл, я Сергей Беляев. И представляю вам мотоцикл Ява Спидвей. Ну, спорт-то, в общем, почти вымирающий, конечно, в мире. Вот. У нас он остался, в общем-то, где-то за Уралом в основном. Вот. А у нас был тоже трек. Вот и меня, пацаном, отец водил туда пару-тройку раз. Смотрел и на ледовые гонки, и по гаревой дорожке. Вот. Увлекательное, конечно, это такое зрелище, и спорт зрелищный. Но вот почему-то он не прижился у нас сейчас. Значит, ну, сильные, конечно, команды у нас были и Швеция, и Финляндия. Наша очень была сильная команда, и много у нас чемпионов мира, Европы в этом виде спорта было. Несомненно, сильная была команда Чехии. Ну, вот, мотоциклы, конечно, выпускались не только Ява на Спидвее, есть и Хусхварна, и много еще там, но немного еще, ну, там, по-моему, две или три марки выпускалось под Спидвей. Значит, этот мотоцикл приехал к нам с другого конца света, фактически, с Сахалина. Вот, он новый, ну, стоял долго, там ребята пытались развить секцию спидвея на Сахалине, но, я так понимаю, ничего не получилось, и он у них в спортклубе так и стоял. Там их два было, вот мы один выкупили. Долго он к нам ехал, конечно, ехал он к нам фактически пару месяцев, наверное, ехал. Был он весь родной, но вот цвет крыльев мы решили сохранить, а остальное решили, в общем-то, похромировать, потому что, конечно, мотоцикл ездить не будет, будет стоять в музее, как экспонат, как красота, потому что даже, в общем-то, завести его сейчас проблематично, потому что он заводится на метаноле. Ну вот, и с толкача заводится, конечно, интересно послушать, в общем-то, 500-кубовый четырехклапанный движок, как звучит, но не получится у нас. Делали мы их, вот этих спортивных мотоциклов, три штуки, мы делали одну ледовую, а, блин, не три даже, вру, четыре мы делали. Мы делали Иш ледовый, делали Яву ледовую и вот два вот таких вот гаревых аппарата. До этого только я в журналах видел. Интересный мотоцикл, хотелось бы, конечно, прокатиться. Я представляю, какая там дури мощь. Вот. Поражает то, что, ну, блин, на ней нет ничего. Даже та же коробка передачи та отсутствует. Два-то тормоза там действительно придумали трусы. Вот. А все остальное, ну, блин, все просто и как-то так довольно-таки оригинально. Вот. Красиво получилось, то, что оно в хроме. Вот, ничего лишнего, опять же, из покраски, там, что там, крылья там такое, и все. Вот, поэтому действительно красивый, интересный мотоцикл, очень. Так-то, в общем-то, мотоцикл очень шикарный, и, конечно, вот он... У него подножка это не поднимается, потому что мотоцикл все время валится на левую сторону. И руль у него разноплечий тоже. Вот левая сторона руля, она больше, чем правая сторона руля. Бак тут масляный в раме, бензиновый нормальный. А это вот все рама, это тоже маслобак. В общем, кто захочет такой мотоцикл, у меня есть контакты. Там еще есть один такой же мотоцикл, точно такой же. Могут они выслать, мы его можем вам сделать. И вы поставите его куда-нибудь красиво в интерьер своей квартиры или бара, или там на даче можно поставить, ради там на ворота повесить, что-то такое. Звоните, заказывайте, все контакты в описании. Всем бай!